А какой сегодня день? Сегодня у нас 12 или 11? Вот, 11 декабря. Мы у Юры в гараже. Да, вот Андреич черебячков гоняет, в смысле опарышей раскладывает. Они говорят, быстро бегают. Национальная традиция. Сколько надо, столько и зальем. Экономика должна быть экономной. Техники здесь дофига. На чем хочешь можно ехать. Даже на катере. Но уже лед стоит, поэтому тебе помогу. Я тебе говорю, помочь. Так, ну вот так, короче, заправим и потом поедем. Так, Юра купил русский бур. Андреич, дай-ка треугольник и ключ. Неро. Тлетворное влияние Запада. Эти игрушки идиотские. Вот все. Готово. Все на место. А это мы сейчас делаем. Вот мы устанавливаем волшебные. А может ее положим? Да, да, давай следующий ножик. Угу. Следующий ножик, давай. Игра в четыре руки. Ну только три, ну, в одной камере, да. Тут зажмем, наживляешь. Хочется сига-то быстрее поймать. Он должен прийти на новые ножи. Просто сам бросится сразу же. Надо давай. Сжимай. И вот. Оп. И вот так вот. Оп. И готовальня. А что у него так все получается хорошо? Будем смотреть. Как пойдет у нас. Вот, а вот шестигранник, на который потом крепится шуруповерт. Либо наоборот, к шуруповерту крепится Шрек. Шрек. Шнек. Это действительно новое слово в науке и технике. Заднюю передачу не забудь включить. Давай, дрын-дык-дык-дык-дык. Обязательно дернем. Бензин натечет и дернем. Мы испытаем мою машину времени в действии. Ну все, встретимся на рыбалке. Готов? Да, конечно. Спасибо Владимиру Владимировичу за наши выборы, потому что дал по 10 тысяч рублей. И мы купили на эти 10 тысяч шуруповерт и шнек. Ну и проба. Ой. Ой, ой. Ну, замурчательно получается. Вот, да, Чип и Дейл спешат на помощь. Вот. Тут. Ой. Ой. Хорошая штука. Сейчас он пойдет ко мне. На раз, так раз. Сегодня мы вот здесь. Владимир. Да, всех видно. Народу много. Так, ну чё? Так, обожди, я не вижу. Маяк вон там. Ну, короче, к той стене. Подожди. Ну, давай, вот здесь. Так, вот здесь, посредине, да. Ну давай здесь, не будет лифт, так. О, спасибо. А так бы мы сколько бы крутили? Да, этот стеклянный лед. Ой. Все, спасибо, будем рассаживаться. Ладно, все, я снимаю его.
Давай, все, на рыбалке встретимся. Ну что, вот я расположился. Юра просверлил переломки. Я пока закинул две удочки. Испытываю новый радиатор. Я вам скажу, что у меня уже тепло. Да. Тепло идет. Ждем поклевки. Вот вроде что-то там, что-то клюнуло. Вопрос только что. Прозевал. Кто-то там такой упорный, как... Так, вот у нас первая корюшина. Уже две корюшины. В палатке пахнет свежими огурцами. Так, как-то так. Вот. Ну вот. Поставил третью. Не знаю, что будет. Вот. Пока тишина. Так, было тут еще две корюшинки. И все. Сейчас ждем. А Юра гад, все ловит и ловит, ренегат. Взять все, Юра, ты подели. Скажи людям правду. Ну, а что делать-то, что делать, если клюет? Так он нас там оставил, да? А сам сюда переехал. Он всегда так. Такой типа, ну что, хоп-хоп. Со мной он тоже так же. Поступает, да? Да, я начну, он, что ты тут это меня рядом? Я тогда перееду. Да. Ловить, вот. Да. Вот такие они все. Люблю кучу сидеть. Не любит он кучу сидеть. Делиться не хочешь. Ну ладно. Все, сиди тогда тут сам.
Так. Солнышко уже встало. Так, ну что, у нас тут вроде бы и не холодно, потеплее, чем мы думали. Что делать-то? Надо что-то ловить. Прошло еще немного времени. Не прибывает пока, не прибывает. Народ движется туда-сюда, перемещаются. Те, кто уехал далеко, на хвосты возвращаются. Да. Мы тут сидим почти на третьей косе, или как-то непонятно где. Вот пока такая вот фигня. Не ловится. Рыба подходами как-то. То есть, то нет, не поймешь. Две удочки, маленькая перышинка запутала, и в это время был косяк. Ох. Я половил немного на одну удочку, две были спутаны. Эк. Так, на данный момент уже хоть что-то, видите, да? Его на камеру выключаю, что-то ловится. Как включил, так вы видели одну поклевку, и то неудачную какую-то. Поменял батарейку. Сегодня корюх ловится на разной глубине, но не у дна. Непонятно, в половинном положении. Больше нигде не клюет, только здесь. Почему? На. Дело в том, что и лежит дымим, а тут не поймешь, как не достанешь. Все хорошо, все как она любит.
Да. Так, ну походу сегодня рыбалка заканчивается. Я поймал вот столько. Дома взвесим, может быть. Сейчас сходим, посмотрим, что там у ребят. Земля вращается вокруг Солнца, но мне в моем деле это не пригодится. Когда редко-редко ложку утопил, блядь, случайно как-то там это маленькую выкинул, стал ее туда-то уталкивать, она у меня из рук выскользнула. Вот такое бывает на рыбалке, да. Это потеря. Ну да. Что, пару-то килограмм поймал? Ну да, наверное, вон поймал. Ну и ладно. У меня ни одного сига, вот сижу на эту. У меня был сход, ну и все. Трясу, блядь, и трясу, и стоит. А на нее одни мелкие корихи. Все, пойдем посмотрим. Разбочим товарища. Туки-туки. Мы с Кентуки. Ты оборзел, ты, наверное, уже пару раз ложил в мешок. Граждане, уступите место, встаньте. Так, короче, Склифосовский, будешь делиться. У старого там тоже нет ни одного сига. Утопил только что ложку. Я знаю, да. Горе. Горе. Потеря. Не ругаемся. А у меня, видишь, как... Ладно. Ладно. Уже, да, ну вот три отдашь. Шурка. Пока ходил к ребятам, чудо не произошло. Обе удочки молчат. Да. Ладно, больше топить не буду, все равно собираться скоро. Сколько погреет. Счастливого пути, как говорится. Приезжайте к нам еще. Это вам не Париж, не Вена, не Лондон. Это Россия! И чтобы затевать свою игру, надо узнать этих русских. Хорошо отдохнули. Рыбалка наша сегодня закончилась. Мы вернулись к гаражу. Сейчас вам прогреем машинку. Загрузимся. Закатим собачку в гараж и все, до дому. Все, пока-пока.